Итак, самый частый вопрос, с чего начать обучение? Первое. Изучите, кто такой PM и какие обязанности у него есть, чтобы понимать, какие софт и хард-скиллы нужны этому специалисту. Второе. Изучите вакансии, чтобы понимать, какого PM хочет видеть работодатель и каким PM вам придется быть. Третье. Обозначьте себе точку Б, чтобы понимать, чего вы хотите, в какую компанию хотите попасть, аутсорс или продукт, международная ли это компания и так далее. Следующее. Найдите ментора или курс, по которому вы будете обучаться. Это самый быстрый способ узнать все необходимые знания. Если у вас нет такой возможности, заходите на сайты крупных IT-компаний, смотрите программу обучения, составляйте такую же для себя и идите по темам по порядку. Следующий пункт. Найдите человека, который проведет вам выходное собеседование и подсветит все основные ваши ошибки. И последнее. Все просто. Идите искать работу.